С наступлением лета среди дачников традиционно падает спрос на готовые поленья. Пермяки предпочитают пользоваться полуфабрикатами, чурками, которые еще нужно напилить и наколоть. Во-первых, неплохая зарядка, а во-вторых, существенная экономия. А что дешевле, уже заготовленные дрова, либо чурки? Чурки, конечно, дешевле. Они же не коты, я сюда сижу, надо деньги платить, надо, чтобы расколоть и все. Секрет хороших дров – правильно выбранной древесине, и не только. Важную роль играет пила. Самый простой вариант – это сетевое оборудование. У вас есть агрегат, вы включаете его в электросеть, обычно 220, и работаете. Минимальное обслуживание, максимальное удобство в эксплуатации. Единственный ее недостаток – это мобильность. Допустим, если на дачном участке есть электричество, и вы там спокойно работаете, уехать куда-то в лес с ней не получится. Ну а за пределами дачного участка безотказно будет работать бензопила. Главное не забыть заправить, шутит продавец. Заводится достаточно легко, справится по факту любая, даже бабушка, если уж на то пошло. Все, мы вытягиваем стартер, пила заведена. Есть пилы, что работают от аккумулятора. В списке их достоинств – мобильность и небольшой вес. Впрочем, покупатели могут прийти не только за этим. Есть карбоновые пилы, за ними, как правило, приезжают уже состоятельные мужчины, которые хотят выделиться, да. Это предзаказ из Германии, и там стоимость от 4000 евро. Такое тоже бывает. Купить пилу – полдела. Главное – правильно ее применить. Впрочем, с современными пилами, по словам экспертов, может справиться кто угодно. Безопасность превыше всего, и главное – при работе с пилой не забывать про средства индивидуальной защиты – перчатка и каска. Зажимаем кнопку и вперед. Для того, чтобы распилить бревно, практически не нужно усилий. Важно отметить, что аккумуляторная цепная пила не только проста в использовании, она еще и очень легкая. Весит около 4 килограмм. Что касается ценовой политики, то в среднем хорошая пила вам обойдется 1025. Плюс древесина. Одна чурка стоит 1000 рублей. Но ее еще нужно распилить. К слову, стоимость готового кубометра дров всего 1500. Татьяна Александрова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».